19 ноября в станице Северской состоялось заседание коллективного офиса карьеры и материнства. В работе коворкинг-центра приняли участие специалисты Центра занятости населения. Мероприятие затрагивало вопросы положения на рынке труда Краснодарского края и Северского района, а также возможности трудоустроиться безработным и незанятым гражданам. Такие встречи проходят в рамках проекта «Содействие занятости женщин. Доступность дошкольного образования для детей». Ведущий специалист Центра занятости населения Северского района Татьяна Бойченко отмечает, молодым мамам порой непросто найти работу, даже временного характера. В преддверии празднования Дня матери служба занятости Северского района проводит заседание коллективного офиса, которые позволят нашим женщинам приобрести какие-то профессиональные навыки. Также будут освещены вопросы о возможности получения государственных услуг, таких как информирование о положении на рынке труда, временное трудоустройство, общественные работы, реализация программы, испытывающие трудности в поиске подходящей работы. Помочь с трудностями в поиске подходящей работы – приоритетная задача, на решение которой направлен ряд федеральных и региональных проектов. Работа ведется не только с женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком. Так, программа «Старшее поколение» способствует устройству на работу пенсионеров, которые желают продолжать свою трудовую деятельность.